просто зараз з нами на зв'язку Юрій Рашкін, депутат окружних зборів округу Рок штату Вісконсин у США. Юрій, здравствуйте. Приветствую, Анастасия, спасибо за приглашение. Слава Украине. Героям слава. Начнем вот с какой информации. Reuters пишет, что Штаты отложили на следующий год поставки Украине дальнобойных авиабомб. Также пишет Washington Post, что большая часть американской военной помощи Украине остается в Штатах. Понимаем, есть такая сегодня пауза в деньгах, которую мы также ждем от Соединенных Штатов Америки. По вашему мнению, что происходит? Какие сегодня там настроения? Да, и насколько много, наверное, да, людей, чиновников против все-таки помощи Украине? Есть ли такие настроения? Настроения, конечно, есть, потому что когда много людей в демократии, то любое мнение, найдется кто-то, кто выражает любое мнение. Когда дело доходит до помощи Украине, то, что мы слышим от большинства наших законодателей, это и республиканцы, и демократы, то, что они поддерживают помощь Украине, только они хотят, чтобы это было поставлено на голосование. На голосование может поставить только спикер Джонсон, новый спикер, который, с одной стороны, говорит очень приятные вещи, а с другой стороны, пока что, ну, непонятно, что он будет делать. Он провел временное, частичное финансирование государства, за что его уже, так сказать, недовольны, я не знаю, сколько его возненавидели, свои же члены своей фракции, потому что у них главное, чтобы не было компромиссов с администрацией Байдена, как мы можем вообще соглашаться с демократами о чем-то. Когда мы хотим урезать наше государство, они нам мешают. То есть у обоих партий разные приоритеты, и приятно, что спикер Джонсон признает, что мы не хотим, чтобы мы не можем допустить, чтобы Путин шагал по Европе, но после этого он говорит о том, все, что он хочет поторговаться, как бы у людей большое несчастье, давайте поторгуемся. Посмотрим, мы видим, что Сенат уже должен проголосовать на этой неделе, на следующей неделе, тогда получается, в начале следующей недели, 4 декабря, по поводу законопроекта со стороны Сената, в котором нет никакой дополнительной торговли о других дополнительных программах, которые республиканцы хотят урезать за то, что мы продолжаем помогать нашему союзнику. Что будет в Палате представителей, мы еще до конца не можем представить, потому что они сейчас были очень заняты, у них был конгрессмен, который полностью придумал свою биографию. После того, как его избрали, вот эти хвалебные американские выборы и хваленая американская пресса не могла проверить кандидата настолько, что когда он был избран и выяснилось, что он просто полностью сфабриковал все свое прошлое, он еще год после этого держался в Конгрессе, потому что выяснилось, оказывается, что человек, который полностью наврал обо всем, продолжает нарушать закон. Ну, кто бы мог подумать. И пришлось республиканцам сейчас проголосовать, выкинуть этого Джорджа Сантоса из Конгресса, несмотря на то, что преимущество республиканцев таким образом сокращается. У них буквально несколько голосов. Если кто-то, так сказать, у кого-то что-то произошло, что-то случилось, одного таким образом потеряли, то большинство республиканцев держится на волоске. Так же, как и большинство республиканцев в Сенате держится на волоске. Большинство демократов в Сенате держится на волоске. Поэтому мы сейчас видим такой очень неуверенный танец двух партий, которые не до конца уверены в том, что они могут сделать, кто их поддержит. И один президент продолжает давить на то, что нужно продолжать помогать Украине. Вроде бы консенсус на том, что они до Рождества, по новому стилю, естественно, смогут разобраться. То есть до 24 декабря они смогут, ожидается то, что эта помощь, 61 миллиард долларов, будут разрешены, проголосованы, поддержаны и подписаны в закон президентом к Рождеству, что было бы, ну, опять же, надо было делать вчера. Для всех тех, кто говорят, а где же новое оружие, а где лучшее оружие, а где атакамсы, вы знаете, я напоминаю полтора года, что Америка, ну, не то чтобы не обязана, но, может, и в Америке есть разные варианты действий. И то, что сейчас происходит, то, что сейчас президент Байден хочет еще увеличить помощь Украине и дать больше, чем он дал в 23-м году, то есть дать еще больше в 24-м году, это очень-очень-очень хорошо. И просто тот вариант, что с ним по поводу этого даже спорят, это просто должно показывать людям, какую сторону Америка могла бы пойти. Если бы был другой лидер у руля, то мы могли бы сказать, ну, вы знаете, мы вам уже дали джавелины, что вы еще хотите от нас? Поэтому мы всегда должны надеяться на лучшее и ожидать худшего.
Но ситуация такая, что деньги для Украины должны быть выбиты из Палаты представителей к Рождеству. Надеюсь, я не ошибаюсь, потому что это означает, что ошибается и Сенат, и много политиков, которые рассчитывают на то, что это произойдет. Будем надеяться, что это так и будет. Кстати, вы сказали фразу, да, что что могло бы быть, если бы вы смотрели в другую сторону, что Байден сегодня, наоборот, просит больше помощи. А вот Reuters пишет, что у демократов нет альтернативы Байдену на выборах президента в 2024 году. Это так? Вот если не Байден, кто может быть? Знаете, если не дай бог Байденом что-то происходит, то в стране очень много желающих стать президентом. Более того, просто вчера были дебаты между Роном Десантисом, который, ну, как бы растворился и сливается, и вся компания его выяснилась, он никому не нужен, потому что уже есть Трамп, а он решил быть Трампее Трампа, а у нас все равно Трамп. А с другой стороны, от демократов в этих неформальных дебатах на канале Fox выступил губернатор Калифорнии Гавин Ньюсом, который очень активно отражал Рону Десантису, который все время любит, республиканцы любят заявлять о том, какое насилие, например, в больших городах, которые почему-то все время управляют демократы. Так сказать, когда люди собираются вместе и голосуют, почему-то они избирают демократов, а когда то говорят, вот такое огнестрельное оружие и так далее. Но факт остается фактом, что на самом деле больше людей умирает от огнестрельного оружия в Соединенных Штатах, в республиканских штатах. Просто вот на душу населения больше убийств огнестрельным оружием там. Но как бы это такие маленькие наши американские детали. То есть есть желающие заменить Байдена, если он не в состоянии, хотя, конечно, официальной заменой является вице-президент Камала Харрис. Если не Камала Харрис, то есть Гавин Ньюсом из Калифорнии. Если не Гавин Ньюсом из Калифорнии, то есть еще список от 3 до 5 желающих, если бы были праймерис. Но в Соединенных Штатах просто не бывает нормальных праймерис против президента в его партии. Когда президент из вашей партии, то если вы будете избираться против него в той же партии, то вы показываете себя маргиналом. Вы доказываете, что вы не являетесь частью мейнстрима вашей партии. Потому что мейнстрим – это президент. И поэтому у Байдена сейчас нет никакой официальной оппозиции, потому что он делает то, что полагается делать людям в его ситуации. Есть у него официальный там один конгрессмен, который с ним все время во всем соглашался, но он говорит, вы знаете, я моложе. Сейчас он посмотрит, как увидит, что моложе не имеет никакого значения. Вот эти все разговоры о том, что мы хотели бы хорошего, красивого, молодого. Когда мы смотрим на Трампа, который, во-первых, чуть-чуть моложе и не умнее, не хороший Байден никаким образом, то я думаю, что у Байдена не будет никаких проблем переизбираться. Плюс Трампа еще признают виновным достаточно скоро, что должно еще подрезать его поддержку, потому что республиканцы и ядро Трампа, ну, посмотрим, что произойдет с ядром. Может, они, так сказать, посмотрим, насколько они отреагируют. Но, в принципе, американцы законопослушные люди. Когда человека признают виновным в преступлениях, в тех преступлениях, особенно в которых Трампа уже, так сказать, его обвиняют, 91 пункт, я думаю, что на выборах это, в конце концов, ему очень-очень сыграет плохую услугу. Ну, наверное, не нужно было нарушать, наверное, не нужно было воровать документы, наверное, не нужно было все делать того, что он делает каждый божий день. Так же, как и Сантос. Знаете, мы его можем с ним сражаться по поводу того, что у него были преступления, но если его не наказывать, то он будет продолжать. Ну, что он еще делает? Он будет продолжать их нарушать. И ситуация с Трампом еще хуже, потому что он уже знает, что, например, импичментом его не остановить. У него было 2 импичмента, которые он как бы прошел, а что еще осталось, как еще тормозить такого президента? Вопрос тут такой интересный, что ведь в России тоже ожидаются выборы. И вопрос, что не то чтобы Путин выиграет эти выборы, тут вопросов нет. А вопрос в том, когда он станет президентом на еще один срок и получит как бы официальное разрешение делать все, что хочет, еще теперь по этой новой исправленной конституции 6 лет, то в Америке есть опасение, что он использует этот момент весну следующего года для того, чтобы провести какое-то контрнаступление и использовать, так сказать, мандат, который он, ну, как бы получает автоматически, казалось бы, но все равно это дает ему больше уверенности, больше наглости и больше опасности от него.
Почему-то я спрашивала, да, что кто, если не Байден, что будет. Была информация от Reuters, что в Вашингтоне убеждены, что глава Кремля Путин, он не пойдет никакое мирное соглашение по Украине до президентских выборов в США. Ну, во-первых, никто не предлагал ему никакое мирное соглашение. Все знают формулу Зеленского. Не знаю, почему такое заявление сделали. Но все же, если говорить о Трампе, во-первых, вот пишет Newsweek, да, Трамп по-прежнему лидирует на республиканских праймерис, но против него 91 обвинение в двух судах по штатам и федеральным округам. Также пишут, что Трамп может обвинить Путина во вмешательстве в выборы США 2016 года, если это поможет уберечь его от тюрьмы. Вот здесь интересно, насколько Трамп может быть выгоден Путину? Может, там не так все хорошо, как вот все думают, да, что вот придет Трамп и сразу же станет за Путина? Я не вижу ничего из того, что вы объяснили, зачитали, что меняет, так сказать, факты. Да, я думаю, что это... На самом деле, я вначале услышал это объяснение от украинских журналистов, а теперь я слышу то же самое от Белого дома, что Путин собирается ждать до выборов, он надеется на Трампа, и что он и собирается сдаваться и оканчивать войну, пока, по крайней мере, не узнает, кто в Белом доме. Поэтому в этом смысле, если бы у Трампа сейчас не было никаких шансов выиграть выборы вообще, то я думаю, это могло бы подтолкнуть Путина к более такому, ну, возможно, нужно, видимо, у Трампа нет шансов, но пока он думает, что шанс у Трампа есть, то он по всем основаниям задерживает и не собирается ни с кем договариваться, потому что он надеется, что придет Трамп. Если придет Трамп, то, я думаю, на этом закончится, ну, возможно, Украина, возможно, демократия в Соединенных Штатах. Мы смотрим на очень ужасную угрозу нашей демократии, потому что Трамп, он как бы идет наперекор всему закону и порядку, всему Конституции, Америки, поэтому он говорит вещи, которые противоположны тому, что считалось всегда Америкой, и его продолжают поддерживать. Это слегка страшно, потому что страх не в Трампе, а в, ну, десятках миллионов его тех, кто его поддерживают. Насколько он будет дружить с Путиным, мы не знаем точные детали. Мы знаем, что он собирался выходить из НАТО. И в этом смысле, если Украина вступает в НАТО, а США выходит из НАТО, то это не та организация, в которую Украина хотела вступить. Поэтому тут много чего может произойти, если Трампа избирают. И ничего хорошего для Украины я здесь не вижу вообще. И это только победа для Путина. Если кто-то сомневается в отношениях Трампа и Путина, посмотрите на их встречу в Хельсинки в 2018 году, как плелся Трамп. И было такое ощущение, что Путин оказался выше него. Хотя Трамп, я думаю, на фут выше Путина. Так что ситуация достаточно... С Трампом все однозначно. Просто, знаете, когда у него говорят, ну, у него какой-то секретный план, там разрешить ситуацию, помирить всех за 24 часа. Он же такой бизнесмен. Во-первых, хочу напомнить, что все его бизнесы заканчиваются банкротством. Во-вторых, о планах своих он никогда не говорит. Он нам до сих пор в Америке обещает, что у него есть план здравоохранения, которого он так никогда и никому не рассказал. И все, что он говорит открытым текстом, это про месть, возмездие. Это то, что он собирается делать, он собирается мстить. И Украина тоже в его списке. Так что я не думаю, что здесь какая-то может быть надежда для Украины. А что объединяет тех людей, которые сегодня готовы отдать голос за Трампа? Как много таких? Потому что, да, вот часто говорят, что есть боязнь, что Трамп выиграет, значит, американцам он нравится. Вы знаете, да, конечно, он нравится. Он нравится десяткам миллионов людей, которые, с одной стороны, любят его, а, к сожалению, есть еще очень много людей, которые не любят Трампа, но согласны голосовать за него, потому что он республиканец. И это очень большая проблема для республиканской партии, которая вначале не хотела, чтобы Трамп вообще ее представлял. А им было стыдно, что такой жулик оказался их представителем. Но когда он стал президентом, когда они почувствовали власть, то они сказали, а, неважно, главное, что у нас была власть, мы республиканцы, мы команда, голосуем за своих. И поэтому так важно выиграть именно республиканскую номинацию. Конечно, он мог бы просто навредить всем, кроме Байдена, и избираться как независимый кандидат. Что он может сделать, если Ники Хейли, скажем, выиграет, потому что сейчас у него просто ситуация. Мне кажется, он и бежит на каких-то парах. Потому что бензин там на самом деле закончился. Его не интересует быть президентом. И он просто пытается избежать тюрьмы.
потому что место Трампа за решеткой. И над ним столько за ним прокуроров, присяжных и доказательств, этот шлейф за ним тянется, что надежда на то, что когда его начнут признавать виновным, что американцы от него начнут отворачиваться. И тут интересный момент, потому что одни отворачиваются от него, могут отвернуться, потому что он преступник. Но большинство, если они от него отвернутся, это потому что они будут считать, что он не может победить. И это почему сейчас миллиардеры Koch Network, республиканцы, вложили массу денег, сказали, что они будут поддерживать Ники Хейли. Это вообще очень веселая ситуация в Соединенных Штатах, когда финансовые элиты, олигархи думают, что они могут контролировать выборы. Они всегда вкладывают в проигрышного кандидата, дают ему миллионы, если не десятки миллионов долларов, после чего этот человек проигрывает на выборах, потому что в конце концов нужно, чтобы за него кто-то хотел голосовать. А так примеры богатеньких республиканских кандидатов, которые проиграли, ими просто, так сказать, поле усыпано. Поэтому мы никогда не видели такого чуда, как Трамп, и надежда на то, что он, если, как сказать, с точки Байдена, с точки зрения Байдена, хотелось бы, чтобы Трамп выиграл номинацию и после этого грохнулся, ну, как и полагается. А с другой стороны, было бы более обнадеживающе для меня, как для американца, если бы у Трампа сейчас была 3-процентная поддержка. Но это бы тогда говорило всем тем, кто думает, что в Америке есть фашисты, сказать, ну, может быть, есть радикальные элементы, но смотрите, их так мало. Вот то, что говорила Украина, когда ее обвиняли, она говорила, ну, вы смотрите, у них нет там, не знаю, мест в парламенте или низкие проценты у радикалов. Это действительно имеет значение. Когда мы говорим, что Трамп читает Гитлера, зачитывает практически его цитаты, ему аплодируют радостные зрители, которые вообще не понимают, что происходит, и после этого говорит, что у нас нет проблем в стране. О, у нас в стране проблемы есть. О том, что сегодня думает в западных СМИ, и также что говорят в Европе, The Economist выпустил статью, где написали, что Путин, кажется, выигрывает войну в Украине. Там много было ссылок на западный мир, что, мол, Европа сегодня мало помогает, они не объединяются. Но тем более мы видим в Европе разные политики, которые сегодня, к сожалению, поддерживают Путина против помощи Украины. Но все же, как думаете, о чем эта статья? В Америке также думают, что Путин сегодня выигрывает? Я думаю, что много зависит от того, когда занавес опускается, когда занавес поднимается, когда появляются субтитры, и мы узнаем, что фильм закончился. Потому что если фильм заканчивается до появления американской кавалерии, то это не тот фильм, который мы ожидали. Мы привыкли в Америке к хэппи-эндам, к счастливым концам, и все пойдет правильно. А то, что сейчас как бы не заключительный момент этой войны, мы видим, что у Путина достаточно выигрышная ситуация, потому что Соединенные Штаты медлят с помощью, то это не говорит ничего хорошего о Путине, который не наступает уже с лета 22 года. А это говорит очень плохие вещи о союзниках, которые заявляют, что они будут помогать, что они могут помогать, а после этого выясняется, что их гарантии наткнулись на то, что у них есть внутренняя оппозиция. И это происходит во всех демократиях, и это часть той работы, которую проделывает Путин. Поэтому коалиция тут не только, скажем, Израиль, Украина и США, а это, мы, так сказать, оси зла у нас здесь и Россия, и Иран, и Северная Корея, и фракции, которые в Конгрессе, которые тормозит помощь. Поэтому нужно как бы понимать, что опасность исходит из разных сторон, как с ней бороться, план действий есть, ситуация должна улучшиться. Но опять же, я очень рад, что у Байдена нет выборов сейчас. Хотя уже по последним опросам он опять обходит Трампа на несколько очков. Так что я думаю, что это просто такой проходной момент в нашей тяжелой борьбе, которая закончится нашей победой. Но, конечно, мы будем вспоминать тяжелые моменты, как, например, сейчас, когда мы видим, как Соединенные Штаты, небольшая фракция маргиналов, пытается затормозить всю помощь нашему союзнику, которому мы должны помогать для нашей национальной безопасности Соединенных Штатов. Так что я считаю, что это проходной момент, но очень важный, который нужно отметить, который нельзя пропускать, и ответственность за который нужно тоже возложить на правильных людей.
о том, что сегодня делает и что говорит Лавров. Немножко также поговорим. Не успел он вернуться из БСЕ, там, где также скандалился. Также поговорим об этом мероприятии. Но что сказал Лавров? Что не видим причин. Он сделал такое циничное заявление в контексте войны против Украины. Сказал, что вместо переговорного танго Киев и Запад пляшут брейк-данса. Что Москва не видит причин для пересмотра целей спецоперации. Ранее, помню, Путин рассказывал, что всем придется под барыню танцевать. Вот как думаете, да, вот, кому под что еще придется танцевать? И стоит ли сегодня обращать внимание на заявление Лаврова? Нет. Раз уж задали такой конкретный вопрос, на который можно дать такой конкретный ответ. Нет, лучше Лаврова не слушать. Знаете, хотелось бы сказать Владимиру Путину, нравится, не нравится, терпи. Подонок. Теперь он получает все последствия своей политики. Печально то, что Лаврова вообще пустили в Европу. Печально то, что ему дают еще какую-то платформу, с ним общаются как с человеком, который, ну, знаете, советники, помощники министра Гитлера не приветствовались по всей Европе после вторжения, после начала Второй мировой войны. Поэтому здесь, мне кажется, очень плохой прецедент то, что с Путиным в лице Лаврова продолжают каким-либо образом общаться. Но мы видим, что Путин показывает свою физиономию, хотя он сам боится появиться где-то на людях. Но, по крайней мере, по телевизору он маячит, Лавров проезжает в разные места. Это говорит о том, что они, ну, как сказать, они хотят общаться, они хотят проверить, что происходит, замерить температуру по палате. И очень, ну что ж, приятно, что никто не готов к переговорам, потому что, я думаю, переговоры – это не то, чем закончится эта война, по крайней мере, пока Путин у власти. Опять же, если у кого-то есть сомнения по поводу того, что Путин там в холодильнике, или думают, что его на самом деле нету, если бы его на самом деле не было, то политика Лаврова была бы уже другой. Просто все бы начало быстро меняться, потому что столько в холодильнике не пролежишь. Поэтому Путин, насколько я вижу, живой, и сколько их там Путинов развелось, мы не знаем, поскольку дупликаты, я думаю, вещь вполне реальная. А то, что Лаврова пускают еще к приличным людям, вот над этим нужно поработать. Потому что такого человека, ну, как бы, пусть он распускает свои слюни и показывает свои когти из России. Зачем его выпускать? Да, это вообще отдельный вопрос, тем более, что он себе позволил что? Сказать всем, что Запад сегодня делает все, чтобы и Молдова стала следующей после Украины. То есть фактически намекнул, что дальше война может перейти туда. Но что интересно, ранее же там были угрозы в сторону НАТО, и в МИДе России заявляли, что Россия готова к войне с НАТО. Но все же Лавров в БСЕ побоялся, да, вот выбрал себе такую страну, которая, надеется, может там будет меньше сопротивляться. А вот как на такое нужно реагировать? Кто должен реагировать? Неужели это нормально сегодня, да, вот так выходить на весь мир и говорить, что вот теперь война будет там? Ну, это прекрасно, что они говорят какие-то, так сказать, свои намерения честно, но, с другой стороны, учитывая, что они всегда врут, видимо, у них и такой возможности нету. Если была возможность, они им не говорили. Опять же, это другой момент говорит о том, насколько Путин боится НАТО, что он выбирает себе противников, которые каким-то образом у них одно общее, они не в НАТО. Значит, ну что, наверное, по этому поводу, наверное, делать нужно? Нужно быть частью НАТО. И тот факт, что Россия будет терроризировать своих соседей, говорит только о том, насколько соседям нужно работать вместе и вступать в НАТО. Меня поражает слегка, в каком-то смысле развлекает поляризированность нашего мира настолько, что мы можем говорить одни и те же вещи и понимать их радикально разным образом. Знаете, когда я был на азербайджанском телевизоре и говорил с ними по поводу, сказали, ну вот Виктория Нуланд, значит, приехала в Киев, раздавала печенки на Майдане, теперь они говорят, хотят тоже сделать в других странах, в Узбекистане. Я говорю, ну так она сейчас помощник министра иностранных дел, да, продвижение демократии, это наша задача. Они так, вот, мы знали. То есть как бы мы говорим одни и те же вещи, но если вы боитесь демократии, вы поддерживаете диктатуру, то это один
подход, и тогда любые демократические движения вас могут пугать. А если вы за демократию, то тогда такие заявления должны давать вам надежду. То есть у нас просто очень разделенный мир, и нужно обязательно, обязательно не слушать Лаврова, не смотреть Соловьева, не смотреть этот российский балаган, а просто начать получать информацию из других мест и в каком-то смысле учить другие языки. Ну, там всегда события интересные в России, мы всегда с удивлением наблюдаем, тем более сейчас выборная кампания, там разные интересные заявления, а то там возмущается в Госдуме, что пенсионерам сегодня зачем думать о мясе, те, которые выразили такое желание, что хотели бы получить мясо на Новый год, то там запрещает сегодня ЛГБТ, это экстремисты, по мнению суда России. Что там происходит перед выборами? Тем более, что мы знаем, что 14 декабря там Путин выходит на пресс-конференцию, он выходит на прямую линию, наверное, с какой-то победами должен выйти или с какими-то новыми словами, даже не знаю. Мне кажется очень интересным то, что происходит в России именно по поводу вот, социальной политики, потому что это исходит из выражения «матери еще нарожают». Россия потеряла, продолжает терять, будет еще терять, сколько сейчас, 1000 солдат в день. Им нужны новые. Значит, нужно, чтобы матери рожали побыстрее, поскорее. И чтобы все, что может помешать рождаемости, аборты, геи, чего угодно, все, что может навредить рождаемости, сейчас является угрозой для России. Проблема России в том, что люди, ну, абсолютно не помогают ей. Ей нужна какая-то технология, нужно полностью перейти на каких-то терминаторов, и это угроза тоже, что главная Россия, проблема для России – это решить, как воевать без солдат. Потому что тогда можно вообще и люди не нужны, и аборты не важны, и геи не важны. Просто летают дроны и делают то, что Владимир Путин хочет. А до тех пор, наверное, нужно придумать какую-то технологию, чтобы это пушечное мясо быстрее росло. Поскольку их нужно просто гнать на пулеметы, то, возможно, им не нужно там 20 лет. Возможно, как куриц с яйцами, можно на стероидах быстрее выращивать таких орков, чтобы они просто вот бежали и таким образом как бы продвигали политику Владимира Путина. Поэтому эта борьба с любым лимитом на рождаемость, конечно, это бред. Конечно, это сумасшедший дом. Но это вот такой вариант мракобесия, в который сейчас окунулась Россия. И только важно как бы нам, как американцам, мне как американцу, смотреть это и делать определенные уроки, так же, как, я надеюсь, люди смотрят на Америку и делают определенные выводы. И я здесь вижу такую разницу, потому что у нас, например, сейчас демократия держится на женщинах и на праве на аборт и праве голоса. Вот такие фундаментальные вещи стимулируют людей голосовать намного больше, чем вся остальная экономика и Украина вместе взятая. Это печально, но это факт, потому что люди чувствуют, и тут хорошо, что человек, который за разрешение абортов, он также за Украину и за демократию. Не обязательно могло бы так получиться. Но в Соединенных Штатах у людей есть право голоса, можно проголосовать, можно взять тех политиков, которые вы не согласны, можно их выбросить и взять других. А в России нет, силы есть. То есть мы знаем, что люди, в принципе, за право аборта. Даже консервативные американцы, когда дело доходит до аборта, выясняется, что они как-то, ну, все-таки страна оказалась за аборты. Это большая проблема для республиканской партии, в принципе. А в России дубинки, палки, любые законы, что хотят, то и делают. То есть это еще одно издевательство над людьми. И мы видим, что на Западе как на это реагируют, и как на это реагирует российское народонаселение ждунов. Это печально, это не дает никакой надежды. Мы просто видим, как эти люди вместо того, чтобы пробивать дно, они стали профессиональными шахтерами. И они вот углубляются все дальше и дальше. Юрий, я вас благодарю за интересный разговор. Как всегда, интересный анализ, факты и все, что происходит, особенно в Америке. Будем наблюдать также вместе с вами, я уверена. Юрий Рашкин, депутат окружных сборов округа Рок, штата Висконсин, у США. Дякую вам. Спасибо, Анастасия.